Леонардо да Винчи получил известность еще при жизни, но мировая слава и известность пришли к нему спустя столетия, когда в XIX веке были найдены его заметки и записи. В его бумагах содержались наброски удивительных изобретений и механизмов. В Раменском историко-художественном музее открылась интерактивная экспозиция «Изобретения Леонардо». Здесь представлены на выставке его инженерные сооружения оборонного значения, которые он разрабатывал для Милана. Здесь есть и разработки отдельных конструкций парашюта, сверла. Винт Архимеда он тоже преобразовал, ввел в него новшества. Это винт служил для подъема воды. Очень много Леонардо занимался и анатомией, его интересовал, как устроен человек. Эта выставка мне тоже сильно понравилась, именно из-за того, что можно все потрогать, понять, как работает. И то, что вот Леонардо да Винчи делал в 15 веке, это, конечно, невероятно просто, потому что я его знала только по картинам, по каким-то самым известным, и, в принципе, о нем больше почти ничего не знала. А здесь я вот прям много смогла понять, и, наверное, я все-таки для себя что-то тоже вывела. Как разносторонняя личность, великий Леонардо увлекался музыкой и сам конструировал музыкальные инструменты. Инструмент лира – это струнный инструмент, на котором он прекрасно мог играть. Вообще, выставка и посвящена, чтобы рассказать именно о разносторонней деятельности Леонардо, о этом великом человеке. Познакомиться с изобретениями известного мастера можно и не только посмотреть, но потрогать и понять движение механизмов. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина для программы «Городские вести».